Всем привет! Продолжаем снимать обзоры на напитки и спортивное питание. И у нас сегодня рубрика на квас, обзоры, квас стайл. Вот, и очень необычный квас, который увидел только я в этом году. Собственно, вот такой вот квас называется «Царские припасы» смородиновый. Вот, данная бутылочка стоит 120 рублей. Не так дешево, но, надеюсь, она того стоит. По крайней мере, его собрат, а именно на данный момент мой самый любимый квас, который существует, это стандартный живой квас «Царские припасы», очень вкусный. Я его пью около года, с ним встретился, и реально это самый вкусный квас, который я пил в жизни, и до сих пор лучше я его не встречал. Касаемо смородиного кваса. Пил я белый квас от Очакова. Мне он, в принципе, очень понравился. Обзор на него есть, можете посмотреть в плейлисте. Это у нас царский припас смородиновый. Так, давайте посмотрим. Мне очень интересно. Я в предвкушении. Так, внимание, живой квас. Если в квасе мало газа, оставьте закрытую бутылку в тепле. Квас газируется, уберите бутылку в холодильник, если в квасе много газа, перелейте в негерметическую посуду. Ну понятно, квас живой, сразу натуральный, не осветленный, не фильтрованный, не пастеризованный. Вот это я люблю. Вот у него всякие медальки, здесь 4 медальки. Сделан по ГОСТу, объем у нас 1 литр. Да? Так. В состав входит вода, сахар, 100% натуральный концентрированный смородиновый сок и дрожжи. В общем-то, состав шикарный. Видно, что нет всякого дерьма. 32 килокалории на 100 миллилитров, видимо, здесь на грамм идет. Вот, не так много, в принципе, нормально. На бутылочку 390 килокалорий и 100 углей. Нормально, пойдет. Конечно, ребят, я вам скажу так, я квас сам люблю, но сильно увлекаться им не нужно. Ну, допустим, раза два в неделю чаще не надо, потому что все-таки есть теория, я хоть не медик, не могу вам это точно говорить, но есть такая теория, что он снижает выработку теста, и в нем есть эстрогены, женские гормоны. Я, конечно, не специалист, просто говорю, что существует такая теория. Вот. Ну да ладно. Объем удовлетворительного спирта не более 1-2%. Алкоголь я уже не пью много лет, но квас это исключение, в принципе, он даже детям дается, поэтому можно сказать, что это не считается. Вот. Производитель ООО «Фонтан», Россия, город Москва. Ну что ж, хорошо, хорошо. Я в предвкушении. Я прям, знаете, прям смородинка. Чувствую, будет вкусно. Опа, газируется. Осторожно, осторожно, осторожно. Открываем осторожно, чтобы не облиться. Так, это все дело у нас получилось. И запах. Ох, смотрите, какой цвет, как вино. Так, 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 так. Неудобно на руку делать. Неудобно на руку делать, что-то у нас сильно газированный был. По идее, нужно стаканчик немного наклонить. Но поскольку я держу камеру, оператора в данный момент дома нету. Будем мучиться. Смотрите, какая красивая пена. Красивый цвет очень. Ну вы знаете, я, конечно, пока не распробовал, но что-то как-то не ахти. Оригинал куда лучше заходит. А если сравнивать с смородиной, то белый квас от Очакова мне пока понравился все-таки побольше. Ну ладно, надо распробовать, еще тут такая пена. Да, вот. И знаете что? Я вот не знаю почему, но напоминает мне чем-то алкоголь. А я алкоголь не люблю. То ли здесь как-то спирта много получилось, то ли что, не знаю. Но вот этот вообще не похож. Причем я вино-то в жизни пил,
Чем-то мне напоминает газированное вино. Что, соответственно, как вы понимаете, не очень приятно. Не лично для меня. Мягко говоря. Давайте камеру поменяем, чтобы было интереснее. Так, вроде все нормально видно. Так вот, о чем я говорю. Ну, знаете, честно сказать, я ждал от него супер вкуса, потому что все-таки это мой любимый квас, ну, данный бренд. А получилось, знаете, даже до тройки не дотягивает. Нет. Мне жаль это признавать, но 1-2 балла из 5 больше я ему не поставлю. Даже пить я это не хочу. Даже пить я это не хочу, ребята. Мне очень жаль. Вот смотрите. Давайте рассуждать логически. Кому я могу его порекомендовать? Да никому. Почему? Квас дорогой, 120 рублей, так? От кваса здесь ничего нету, плюс сильно напоминает газированное вино. Так? Так. Мне лично этот вкус противен. Невкусно, смородины не чувствую, напоминает вино газированное. Мне это омерзительно. Идем дальше. Идем дальше. Допустим, среди вас много любителей алкоголя. Понятно, что они есть. И вы не думайте, я к вам не отношусь к какой-то ненавистью, или как-то многие позиции говорят, там, типа, если ты бухаешь, ты мразь. Нет, на самом деле я такого позиции не придерживаюсь. Просто у меня вот такой стиль, у вас такой стиль, да. Не значит, что я правильный или вы правильно. Нет такого понятия правильно. Потому что если это в абстракции рассматривать, то у каждого своя правда, можно сказать. Ну да ладно, отошел, извиняюсь. Так вот, любителям алкоголя, например, того же вина, смысл брать квас за 120 рублей, когда они возьмут свое любимое вино. Глупо, да? А квас не дешевый, поэтому оценка моя. Ну извините, даже 1 балл из 5, не 2. Вот. Мне вообще он не понравился, полное дерьмо, отдает каким-то газированным вином. И учитывая, что квас не дешевый, 120 рублей даже любителям алкоголя он нахер не нужен, потому что они возьмут свой алкоголь. Тем более всего литр. Так что, увы, царский припас смородины мне не понравился. 1 балл из 5. Не рекомендую его никому. Потому что любителям кваса он не понравится, любителям алкоголя он тоже, я думаю, зачем, не зайдет. А вот. Так что не рекомендую его брать. Мне не понравился. А вот этот я рекомендую, 5 баллов с 5, обзор у нас есть, можете посмотреть, это вот это вот лучший квас, который я пил. На этом все, спасибо за внимание, до новых встреч, также пишите в Steam, играю постоянно с подписчиком в различные игры, в данный момент мы играем в Warhammer, вот, а также у нас есть Instagram, заходите, будем рады, увидимся, пока.